Доброго воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры! Несколько передач мы с вами посвятили теме аскетизма, борьбе со страстями, с грехами, с помыслами. И вот сегодня мы с вами поговорим, как непосредственно более успешно противостоять страстям. И для этого необходимо нам бороться с помыслами, с теми мыслями, которые к нам приходят. Без этого, к сожалению, борьбы со страстями, ну, нам какой-то борьбе вести разговор тяжело. И это понятно, ведь мы не сразу же бросаемся в какую-то крайность или совершаем какой-то поступок. Да? Вначале у нас появляется мысль, как говорят святые отцы, что вначале страсть, любая страсть, начинает действовать с прилога, с навета. Да? То есть человека проходит какая-то мысль. И этих мыслей не избегнул ни один человек. Да? То есть у каждого, у любого человека эти мысли есть. Вопрос только в том, что на этом этапе человек совершенно волен принять эту мысль или отвергнуть эту мысль. Недаром у нас есть такое выражение, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Да? Так, естественно, и страсть. Святые отцы учат, что необходимо бороться с ней сразу, как только приходят первые некие плохие мысли, да, или какие-то блудные мысли, да, или мысли там о каком-то плохом деле, да, там о первой рюмке и так далее, да. Когда человек эту мысль отвергнул, то, как правило, она уходит, и уже человеку легче себя перебороть, да. Как только он эту мысль принимает, уже начинается у него второй этап, это склонение к помыслу, да. То есть, когда человек уже принял эту мысль, переварил ее в себе, и он уже готов перейти к действиям, да. По этому поводу Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея говорит, что из сердца нашего исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, 15 глава, 19 стих. И премудрый Соломон говорит, что может ли кто взять себе за пазуху огонь, чтобы его платье не прогорело. Вот, то есть здесь момент такой, что, к сожалению, излишнее мечтание и склонение к помыслу очень опасны. Потому что бывает так, что у человека уже и не остается сил этому помыслу сопротивляться. И поэтому для успешной борьбы с грехом необходимо, ну как это говорит современным языком, хорошо бы нам постараться установить в нашем создании какой-то щит, фильтр, ну, антивирус, да, говоря по компьютерному сленгу. То есть какую-то некую защиту, которая помогала бы нам отсекать эти помыслы. Да? Ну, защиты бывают разные, да, молитва, размышления о добром. Потом впоследствии мы коснемся этой темы. Но вот еще сравнивают часто помыслы с метелью. Да? Что если дверь плотно закрыта, то на улице, если и метель, мороз, не страшно. А если мы пустим хоть небольшую щелочку, уже и метель начинает заметать и может нам рыться в коридоре целый сугроб намести. Вот так же и здесь такая ситуация. Поэтому святой Феофан Затворник, он подчеркивает, что нам и день, кажется, и вообще нашу жизнь постоянно нужно, чтобы она была с молитвой. Да? То есть наш ум заполнять добрым, да? Добрыми мыслями, добрыми делами, да? Ну, молитвой, молитвой Иисусовой. Конечно, плохие мысли к нам приходят извне. Да? Недаром молитва «Отче наш» так и говорит, что не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть сатана, к сожалению, он источник плохих мыслей. В послании, первом послании от Иоанна, в 3 главе, говорится о том, что кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Но как мы прекрасно понимаем, что греховные мысли, они рождаются от неких образов, да, от слуховых образов, от зрительных образов, от чувственных образов. То есть они рождаются от какой-то информации.
И поэтому нам необходимо контролировать поток информации, который нас окружает. И вот здесь немножко мы поподробнее остановимся. К сожалению, в наше время это сделать чрезвычайно тяжело. Более того, сейчас такое впечатление создается, что все усилия светского общества направлены на то, чтобы лишить человеку возможности побыть наедине с собой и подумать, так сказать, о вечности. Везде, повсеместно на человека льется море разной информации. Ну и, конечно, здесь на первом месте, это в первую очередь средства массовой информации. Особенно те телеканалы, интернет-сайты, газеты, которых мы называем желтыми, да, но которые, тем не менее, так сказать, очень популярные. Ну, ситуация понятная. Любой, особенно коммерческий, а у нас все-таки большинство телеканалов и интернет-сайтов, да, газет, это коммерческие, они заинтересованы, чтобы их люди покупали. Потому что чем более массовая газета, чем больше тираж, то тем, естественно, больше в нее будут влаживать деньги, да, на рекламу, на объявления, и газета будет рыться хорошо существовать. Но для того, чтобы ее раскупали, естественно, никому же не интересно, там, когда газета рассказывает там, о каких-то обыкновенных буднях жизни людей, да, здесь необходимо что-то солененькое, остренькое добавить, то есть как-то людей заинтересовать, выбросить какую-то информацию для того, чтобы, так сказать, ну тоже своего рода бизнес. Но беда в том, что, к сожалению, люди, особенно вот в настоящее время, да, всех возрастов без исключения, да, и молодежь, и пенсионеры, все открывают свою душу настежь вот этой всей информации, которая в нас вливается, и которая, даже психологи говорят, на 90% она нам совершенно не нужна, а может быть даже и вредоносна. Вот как часто бывает. Человек приходит домой, автоматически включая телевизор, да, и он даже, этот телевизор, может быть, даже и не смотрит, да, но этот телевизор там что-то барабанит, бубнит, и человек волей-неволей через себя пропускает всю эту нечисть, которая, как говорится, ну, оттуда идет, да. Бывает что-то и хорошее, но, к сожалению, мы знаем, что что-то и плохое, да. Ну, а можно привести слова из известной книги Булгакова «Собачье сердце» профессора Преображенского. Да? «Не читайте до еды советских газет, можно себе испортить аппетит». Да? То есть, на самом деле, когда почитаешь многую прессу, да, то человек сам неизбежно впадает в состояние некого такого напряжения, да, раздражения. И самое главное, при этом мы отучаемся мыслить самостоятельно. За нас мыслят Познеры, Задорновы, Гордоны, но не сам по себе человек. Недаром Наполеон, прекрасно понимая еще в то время, да, значение прессы, говорил, что несколько газет могут сделать больше, чем целая армия. Да, можно представить, что было бы, если бы у него в руках было телевидение, да, радио или интернет. Ну, здесь не секрет, что современное, допустим, телевидение, да, непосредственным образом очень часто распространяет и побуждает страсти, которые творятся в нашей душе. Ну, где-то, допустим, вот страсти по порядке, да, чревообъедение. Да, на каждом, в каждой паузе фильма, да, вкусные какие-то продукты, не дай себе засохнуть, да, ну, слава богу, что как-то ограничили рекламу, да, запретили вина, табака, хоть что-то, кажется, есть в этом плане какой-то прогресс, да. Ну, а любодеяние мы и молчим, да, любой фильм сейчас про чистки, в нем обязательно сюжеты про это, а, к сожалению, каждым годом, да, все становится, нравы более, кажется, разнузнанней и более безнравственней. Сребролюбие. Тоже здесь понятно, что часто пропагандируются успешные люди. И зрители, глядя на экран, где блистают звезды, у них начинается зависть, да, у них текут слюнки, они не могут себе позволить такую жизнь. Отсюда у них гнев, отсюда у них печаль, отсюда у них
уныние, да. То есть, видите, вот все грехи, которые мы перечисляем, все они, к сожалению, ну, от средств массовой информации тоже исходят. Что делать? Естественно, вопрос, да. Ну, значит, вот еще такой опасный момент здесь есть, да, вот что касается грехи тщеславия, гордыни. Вот обратите внимание, часто очень на экранах телевидения показывают, именно сейчас это модно стало, да, показывают разные телепередачи, где обсуждаются какие-то грехи и пороки звезд. Да. Вот как там у них они там живут, как они там не смотрят, там ругаются, как они там занимаются, простите, там безнравственными поступками, пьют и так далее. Естественно, человека такая мысль появляется. Ну вот, раз звездам можно, так и мне. Что, я хуже, что ли? Понимаете? И вот, кажется, тоже такой дополнительный фактор является согрешить. Итак, что же делать? Здесь, естественно, ответ один. Неизбежно себя нужно ограничивать в этом потоке. Нужно ограничивать просмотр телевизора, интернета и стараться для себя выбирать те передачи, которые есть. Другое дело, что не менее рейтинговые, но они есть, которые полезны, которые необходимы, но тем не менее и в них тоже нужна умеренность. И хотя бы там какие-то постные дни для себя взять, не смотреть телевизор, интернет, да, меньше смотреть, да, там детей, вы знаете, там им час вообще, там два телевизора, там час в день положено, по всем нормам даже здравоохранения, а не так, как у нас, к сожалению, бывает, что 5-6 часов ребенок, да, говорится, смотрит телевизор, да, и только школа спасает от телевидения и интернета. Вот это, конечно, неправильно. Это и здоровье телесное повреждается, не говоря уже о духовной опасности. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что через помыслы укрепляются страсти, и будем наши плохие помыслы ограничивать. И стараться, конечно, ограничивать и то влияние масс-медиа, нездоровое влияние масс-медиа, которое, к сожалению, сейчас на нас часто распространяется. Всем вам желаю Божьей помощи и ангела-хранителя.